Доброго тебе! Привет! Мы на канале Макс. Сегодня мы идем кататься на автобусе и пришли на рынок. И по дороге на автобус мы зашли на рынок. И тут, что мне понравилось, живой краб даже, да, он шевелит своими лапками. Видно, нет? Да, видно. Он бульки какие-то там надувает. А ну. О, спрятался. Есть ежики и крылья нет. Да, и ежики. Все продаются улитки. И улитки, да. Похоже, тут все живое. Вот эти ежики, которых мы видели в аквариуме в Стамбуле. Ну, крабы, это вообще, он живой краб, прикинь. Ну, спрятался. И вот эти... Смотри, улитки. Улитки, да. А вот эти омары тоже живые. Вот-вот-вот, шевелит лапой. Смотри. Живые омары на улице, на базаре, на рынке. А интересно, этот тоже живой? А ну? Не, этот уже, наверное, не живой. Креветки, да, креветки монстры прямо. Больше, чем королевская. Краб там есть, да? Дядя сейчас, наверное, еще и покажет. Ой, какой красивый. Не шевелится? Класс. Грибы свежие. Видел грибы, Макс? Смотри, сыры разные-разные, какие хочешь. Логово Добрана. Да, логово любителя сыров. Нам, пожалуйста, две порции. Одну вот эту картошку большую и одну вот это вот мясо. С собой, да? Хорошо, мадам. Пирожки, пироги, вкусняшки всякие, Макс. Вкусняшки видел? Да. Всякие пироги тут. Я хочу. Ты уже хочешь, да? Будем кушать на пикнике. Ты взял пироги вкусные, да? И будем сидеть пикничить. Макс уже добрался до двухэтажного нашего автобуса. И сейчас мы поедем на автобусную экскурсию по городу. Молодец! Заводить? Мы сейчас проезжаем через речку и будем проезжать между ногами у Эйфелевой башни. Макс слушает экскурсию по наушникам. Плохо слышит. А вот и наша Эйфелева башня. Не, между ногами мы не проедем, но рядышком точно. Смотри, где мы едем. Это Эйфелева башня, и мы в самом низу. Вот вижу, спускается лифт с башни. Там два этажа. Там два этажа, да, разно. Есть этажи какие-то там. Люди ходят. А там еще наверх. Интересно, куда лифт поднимается? На самый верх или нет? На самый верх. Прямо на самую верхушку? Тут прям четыре этажа. Очень большая, да. Три, четыре. Точно. Макс там разбирается с наушниками, никак не может найти русский канал экскурсию. А мы вот тут вот остановились возле Эйфелевой башни. Мы, по-моему, объезжаем Эйфелеву башню с другой стороны. Вон, видишь она? Она тут одна? Одна, конечно, их же нет много. Изучаешь карту, да? Да, мы вот здесь останавливаемся. Да, мы сели вот здесь, возле этого здания. Потом была у нас остановка с одной стороны Эйфелевой башни, потом с другой. Сейчас мы едем уже где-то далеко-далеко к опере. К опере? Да. А потом вот сюда? И доедем, в конце концов, сюда, да, до Триумфальной арки. Видел, какое красивое здание сзади? Что там у вас? Музычка какая-то веселенькая играет. Там наушники, музон. Мам, ну-ка, подпевай. Дать тебе послушать? Давай, я дам послушать. Вот, а ну, слышно? Макс. А что там поют? This little one, keep talking, да? Классная музычка. Смотри, какое здание, Макс.
Дворцы. Мы проехали через мост и сейчас возле дворцов этих проезжаем. Красиво так. Это мы сейчас едем по Вандамской площади. По Вандамской площади? Да. Слышишь, там же рассказывают. Мосту помнёв. Ага. Мы въезжаем в Лувр. Самый посещаемый музей в мире. Вот это Лувр, Макс. Там вот пирамида. А это все музей Лувр. И кто хочет увидеть Мона Лизу, пожалуйста, добро пожаловать. А Катя, народы, боже, очереди, смотрите на вход. Очереди на капец. Это да. Ну что, Макс, мы из Лувра выехали. В Лувре были, можно сказать. Едем дальше. Проезжаем через стену. Да, там какой-то рынок. И сейчас мы подъезжаем. Сейчас мы будем подъезжать к Нотр-Дам де Пари. Макс, мы уже подъехали к Нотр-Даму. Вот он. Какая красотища тут. Видишь, какие окна такие классные. Все такое старое, величественное. Эй, я не поняла, это вы наши пироги едите, которые мы взяли на пикник? Это наши пироги. Вот вы мужчины, Макс. Макс, ты что, пироги уже кушаешь? Макс. А что они тут пахнут в рюкзаке? Макс говорит, что улет, просто фантастика. Макс, неужели так вкусно? Макс, вот он, Нотр-Дам де Пари. Ты видишь? Да. Мы очень близко возле него проезжаем. Да. Самый известный собор здесь, наверное. Мы сейчас проезжаем возле какой-то... Послушай. Что там? Ну там пищит, оно поломанное какие-то. Мы пересели на другое сиденье, тут какие-то наушники поломаны. Да, что-то пищит там, ничего не рассказывает и не поет. Фуркает. Фуркает. А тут какое-то вот, не знаю, какое-то красивое здание. Вон триумфальная арка. Вот туда, к арке Триумфа, к триумфальной арке, это Елисейские поля. Мы вчера тут гуляли. Тут дворец такой, большой. У него интересная такая прозрачная крыша. Вон есть такой же автобус, как и наш. Да, мы встретили вот такой же автобус, на котором мы едем. А вот и арка, и мы на ней вчера там были наверху. Вот там, где люди ходят, вот там, где ходят люди, там вчера мы были. А сейчас мы едем здесь в автобусе. Привет. Мы разворачиваемся возле Триумфальной арки и едем сейчас опять по Елисейским полям, только уже в другую сторону. Там прямо еще какой-то дворец. Ты, Макс, там прямо еще какой-то дворец был? Да. Мы покатались на автобусе туристическом и вернулись опять к Эйфелевой башне. Макс, попробуем подняться на... Он на ногах! Лифт на ногах! Лифт на ногах. Попробуем подняться на башню? Да. Макс, привет. Тёп-тёп. Ты что, стоишь под Эйфелевой башней? Да. И что, она тебе нравится? Красивая? Да. Это мы с Максом стоим в очереди, чтобы подняться на Эйфелеву башню, да, Катя? Да. Очередь, как на Рататуй в Диснейленде. Наш папа пошел за билетом уже. Проходите. Касса на Эйфелеву башню. Ну что, вы готовы подниматься наверх? Да! Готово? У нас есть билеты для подъема на Эйфелеву башню. Круто! Пойдем? Тут двухэтажный лифт. Мы попали на второй этаж. Сейчас ждем, пока он приедет. Там внизу одни пассажиры садятся, здесь другие. И он будет спускаться где-то вот оттуда. А вот и лифт. Какой он немаленький.
двухэтажный лифт. Это сколько там людей вмещается? Очень много людей туда влезает. Тут, да, человек 20, наверное. Вот это все сейчас влезут в один лифт. В лифте и поднимаемся на Эйфелевую башню. Все выше и выше мы поднимаемся. Внутри башни, в одной ноге. У башни 4 ноги, и в каждой ноге есть лифт. Ну что, мы на башне? Мы на башне, это очередь на лифт, наверное. Мы стояли в очередь, чтобы подняться на башню, а теперь стоять в очередь надо, чтобы спуститься. Ходим мы по Эйфелевой башне, даже тут продают сувениры. Французы, короче, не стесняются зарабатывать на сувенирах. Это магазин такой. Мы были на Триумфальной арке, там был магазин, на Эйфелевой башне магазин. Сплошные магазины. О, символ Парижа. Hello Kitty, да? А, она не простая Kitty, она I love Paris. Эйфелева башня, вертушка. Очень прикольная штучка. Мне нравится. Смотри, как тут прикольно. О, а мы выше. Те, кто вышли на... Те, кто ехали с нами ниже этажом, вот они ниже. Мы чуть выше. Ну что, селфи, семейные селфи на фоне Эйфелевой башни. Все поместились? Привет-привет! Мы эту сторону посмотрели, идемте еще на ту сторону. Пошли. Эти штуки тянут лифт. Ты, а тут ветер такой? Да, тут ветер на очень. Погуляли по башне. Идем на лифт. Опять вниз. Ну теперь мы первые, уже без очереди на лифт. Да, только еще тот не уехал. Приехал наш лифт, в обратную сторону ехать вниз. Вот мы спускаемся вниз и пойдем сейчас гулять дальше. О, вот и подсветка для Эйфелевой башни. Смотри, а это подсветка, чтобы ночью она, наверное, красиво выглядела. Никто. Ну что, вам понравилось наверху? Да, было очень необычно. Макс, тебе как? Нам не надо, сынок. Ну дядя дает, что отказываться, да? Отдай дядя обратно. Отдай. Это дядя, понимаешь, такой наглый, скажем так. Он продает тебе. Да. Он тебе дает, чтобы ты денежку ему дал потом. Мы тут подошли выбрать. Да, большущие сладкие конфеты на палочке. Хочу Максу и Кате. Возьмем Максу и Кате, лучше по киндеру посмотрим, какие тут коллекции игрушек, да? Это эти Infinimix. У нас таких нету. Да, и для мальчика, и для девочки есть. Возьмем по киндеру. И сейчас на Марсовом поле устроим пикник, да? Да. Да? Идем на пикник. Идем устраивать пикник. Давай. Где солнце? А вот солнце. Отличный вид, смотри. Ну что, садимся где-то здесь? Да. Ну что, парижане, готовы? Испытать новые киндер-сюрпризы. Киндер Infinimix. Кто первый откроет? А ну? Катя уже поехала. Катя молодец. Катя чемпион по открыванию киндеров. О, Катя уже достала киндер. Достала капсулу. А как вам вид открывать яйца на фоне? Вид на фоне Эйфелевой башни и киндер. Я не знаю, кто-то открывал еще или нет. Кате попала кошечка, а Максу... Максу какой-то робот, это коллекционный. Похоже, что все эти игрушки идут коллекционные. Все яйца. Все вот эти инфинимиксы идут коллекционные. Так, это что такое? Это Максимин какой-то птеродактиль тут попался. Катя, по чуть-чуть им давай, иначе они быстро сидят все. Вот как его собирать? Довольно-таки сложная фигурка. Птеродактиль. Смотри, какой он большой. Да. Он вообще здоровенный. Он в киндер поместился. Вот такой здоровенный птеродактиль. Больше, чем моя ладонь. Как тебе? Большая игрушка. Очень большая. А ну-ка, давай на фоне Эйфелевой башни. Есть еще Рекс. Есть еще Рекс, да. Полетела. О, выше, чем башня. Сегодня я был... На Эльфовой башне. Круто. Молодец. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. Вы решили покормить голубей? Да. Это мама подготовила там что-то на пикник. Но похоже, что все наши съедят голуби. Ух.